Сегодня 3 июня. Вот моя маленькая помидора стала уже вот такой высоты. Убирает цвет. Практически цвет везде. Вот это уже зацвело. Вот. Остальные вот набирают цвет. Поэтому скоро зацветут все. Сегодня обработала раствором борной кислоты для того, чтобы были завязи. Вот это у меня растет горький перец отдельно. У меня на участке очень много сосен. Вот такая елка. Можжевельник и вот целый лес сосен. Я, во-первых, решила все сухие иголки использовать как мульчу под Викторию. Вот у меня вот такая мульча. Это раз, очень удобно. И второе. Решила проэкспериментировать. Посадила на улице огурцы и привязала к елке. И вот так же огурец к елке. Здесь маленький огурец. А вот здесь два огурца. Я их привязала к можжевельнику. Все в тени. Ну, посмотрим, будут ли огурцы. Эксперимент. Вот здесь я эти иголки сухие от сосен тоже применила как мульчу, но к цветам. У нас песок. И вот эта вот солнечная сторона все время у меня вообще не росли здесь растения. А сейчас вот целый лес растений. Здесь лилейник, ирисы, розы. Вот так мне эта мульча из сосновых иголок помогает.